народ, как оно бывает, обычные краши игры, поэтому... Окей, если я не смог восстановить ничего, сделать как нормально, а я объясню, где что было. Окей, смотрите. Это у нас уровень, что на обед. И у нас уже собрано 6 часов и 11 морковочек. А я немножечко так расскажу примерно, где что находилось. Привет. Что варим, бабуля? Бабуля! Так, кролик не нужен. Эй, как не нужен? Найди 10 таких предметов, чтобы получить часы. Окей, я рассказываю, где что находилось. Не знаю, осталось ли все остальное. Сюда мы попозже вернемся. Здесь есть спрятана морковка, если да, она осталась. Хорошо. Что дальше? Я позапоминал большинство, где у нас находились часы. И все в таком. Подземелье открыто с 8 до 5. Смотрим. Здесь у нас, короче, должна быть золотая морковка, а здесь часы. Поэтому... Или наоборот. Я уж... Ну, наоборот. Дальше. Нам нужно одолеть этого чурбана. Этот довольно легенький, так сказать, охраннички. Они, как и все обычные, просто их закруживаем. У них одышки, мы их... Все. Победили. Мы их победили. Сейчас он мне нужен только для того, чтобы, во-первых, достать коробку. Во-вторых, это золотой ключ. А здесь тоже должны быть часы. Морковьяночки мы собираем. В смысле, чем их так мало? Странно. У меня, короче, было до этого 70 с чем-то морковок. И куда-то они все делись. Ладненько, если что, здесь у нас по 4 морковки. Открываем. И теперь быстренько сюда мне нужно, вот, запустить механизм. И теперь можно отсюда валить. Рассказываю дальше. Тут я еще не был, поэтому я не знаю, как туда вот, допустим, попасть. А, точно, мне нужно наверх, подождите, вернуться. Это мне нужно для того, чтобы... Сейчас сделать вот так. А, у меня чисто достает. Короче, бочечки мои. Блин, не успели ударить все-таки. Ну, в принципе, нам пока что туда не нужно идти, поэтому мы идем... Ох, 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 сейчас бы я мог упасть. Так, вот бочечка. А, да ладно, я могу бочки использовать как... Не знал, не знал. Полезная вещь. Все равно мне приходилось бы перепроходить уровень. Ну блин, плохо то, что я все равно вам не покажу большинство из этих, чем-то выпадает морковочка. Из того, который тогда вышел из решетки, его не было. Упс. Это нормально, я это специально сделал. Для того, чтобы мы сейчас... Где тут бочка? И поехали. Скорее всего, там за есть что-то по-любому. Ладно, нету. Я думал, там типа обычный проход, и я могу туда за. Secrets. Чтобы
А не, я могу спрыгнуть. Так, окей, сразу открываем рычажочком. Идем на ту сторону. Деревяшки. Остергайся, ведьм. Ну, здесь, короче, довольно... Надеюсь, у нас... А, оно не сохранилось, потому что я тогда сюда еще не ходил. Во, деревяшки. У нас здесь есть... Дак. Как его там? Это не Дональд. Он нас бьет и забирает наши морковки. Однако мы по нему тоже бьем, из него выпадают морковки. Из деревьев там уже выпадают морковки. Его можно ударить всего лишь два раза. Так, все. Теперь мы отсюда валим. И валим мы сюда. Башни Четланина. Четланин, ты что здесь делаешь? Ты что, не боишься ведьм? А, здесь сразу вам отмечу вещь. Я тоже заметил ее. Сразу же. Это вот это, что тут летает. Как вы видите, это наковальни. Наковальни нам немножко помогут попозже. Против ведьмы. Так, часики и морковочки. Так, осталось буквально у нас ничего, потому что, да. Если мы сейчас сюда пройдем, это, короче, сейчас, ящик. 99 морковочек у нас есть. Мэрилин Монро, Мэри Монро. Как я понимаю, это отсылочка. Так, здесь у нас что? Здесь у нас часики, там морковочки. И здесь золотая морковочка. Дальше. Извини, я не могу помочь тебе. Ведьма Хейзел украла мою волшебную книгу с рецептами. Принеси ее, и я с радостью помогу тебе. Окей, это довольно прикольная вещь, ребята. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Нам надо эта сраная книга. Так, все, ведьма нас увидела. Мы становимся сюда. И по лучам еще морковочку одну. Теперь осталось поймать только книгу. Смысленно встала. Она тогда не могла вылезти. Что за бред? Ладно, плевать. Потом я начал с ним говорить, у меня вылетело. Но я прошел, как вы помните, уровень. Охотно, ты принес мою волшебную книгу. Теперь давай посмотрим, что я могу для тебя сделать. Если хочешь, я могу научить тебя волшебным трюкам. Отлично. Ладно, слушай внимательно, пацак. Паши, скажи над этим символом. Люсенька, родная, зараза, сдались тебе эти макароны. И я понимаю, что игра озвучена. Там еще добавлены с каких-то фильмов. Хороший дедюк, а? Паши, скажи над этим символом. Люсенька, родная, зараза, сдались тебе эти макароны. Серьезно, я буду это каждый раз использовать, когда будет этот знак? А, ну хотя, я получил, считайте, способность. Так, ну здесь у нас ничего нету. Поэтому мы отсюда уходим. Я хотя бы в норки попадаю нормально теперь. Так, теперь нам нужно вернуться обратно. До туда, где у нас были великаны. То есть до сюда. Нам нужно сделать так, чтобы он, понятное дело, ушел в спадки.
благодаря этой возможности, так сказать, отправимся туда, куда нам надо. Королевская площадь. Так, здесь нам нужна музыка, понятное дело, что сюда пока что никуда не попаду. Здесь была спрятана морковка, либо часы. Кажется, морковка, если не ошибаюсь, да, кажется, морковка. Сюда нужно поставить три ядра, которые вот как раз вот лежат. Дальше, здесь у нас есть несколько проходов, я тогда ходил туда. И, если что, там, можно сказать, выход к башне. Нам нужно к башне. Рассказываю, что здесь. Нажимаем на кнопочку, и нам нужно на скорости добраться до этой решетки. Делается это довольно легко. С помощью крутков, но довольно опасно, что можно упасть. И один раз я уже упал. Когда... Вот так, да. У меня то же самое произошло. Зараза. Здесь просто бегом не получится. Нужно кувыркаться по-любому, потому что с помощью кувырков мы быстрее передвигаемся. Я не понимаю, почему он специально прыгает? Чтоб я упал? Зараза. Ну ёлки-палки. Они издеваются. Ну, скажите, что это не специально падает. Так, хорошо. Мне кажется, сейчас у большинства просто голова завращалась. Ладно, там, короче, где будут маленькие промежутки, я там не буду вращаться, у таких. Я буду только на больших вращаться. Так, едем. Все, готово, часы заполучили. И коробочку заполучили. Пятую коробку, замечу. Подожди, пять? Еще мне ничего не дали. И теперь нам нужно... прыгнуть так? Все, я смог. Я суметь. Так, а теперь можем идти на выход. А чтобы прийти на выход, нам нужно просто идти вот сюда. Где укрепление? Укрепление. Королевский замок. Остерегайся короля. Я не знаю, что за король. Я еще до туда не дошел. Здесь у нас, короче, метелочки. Их победить нельзя. Просто бежим. Просто бежим, бежим вперед, вперед, вот так вот. Сюда попасть нельзя. Здесь просто вот так покажут. Походу мне нужны королевские какие-то вещи или что. Здесь дракон, лучше пускай меня... Бля, слишком часто. Да ёлы-палы, мне теперь нужны морковки. Здесь нужна способность вентилятора, как я понял. Которой у меня, конечно же, нету. Заметьте, что он тут так говорит, вау, как таз. Так, и здесь, короче, часы должны валяться. Дальше, вот следующая локация. Там у нас должно находиться три морковки. Золотым. Тут часы, там часы. И на той дальней платформе тоже часы. Можно как вот так сражаться с ними. Из этих тоже выпадают золотые морковки. А там еще есть коробка. Ладно. Показываю лайфхак. Готово. Ломаем, получаем морковки. Все. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Получаем два урона, даже один.
Забираем коробку. А сколько мне их надо, подождите? Я думал, мне вообще-то их 5 надо. А это уже 7 целая. И все, дальше просто проходим. Здесь у нас платформа, запрыгиваем. Этого побеждаем. Из него падает тоже золотая морковка. Ожидаем платформы, успеваем запрыгнуть. Чуть не поджарились. Здесь у нас сейфчик. И здесь у нас происходит, так сказать, двойная битва против боссов. Это два босса. И теперь просто даем кругаля. Готово. Едем дальше. Одному подсрачник, второму подсрачник. И этот начинает просто быть агрессивным. Он снова тоже устает, мы его просто добиваем. Так, забираем ключики. Два ключика нам надо. Здесь у нас лежат часики. И все, конец. Так, и походу, ребята, где-то все-таки валяется еще ящик, скорее всего, в локации, куда я не мог попасть, потому что мне нужно пение. Там были закрыты локации. Ну, все, что я смог собрать, вот я собрал. И что я вам рассказал, я рассказал. А, да, но ты забыл кое-что подобрать. Да. Давай-ка я сохраню твои победы. Нажимаем, да? Спасибо, Чатланин. Ку. Ку, Чатланин, спасибо. В принципе, все, что я мог собрать, я собрал. Морковочку забираем. И теперь у нас открылось с вами место там, где с пиратами. Теперь мы можем туда попасть, там, где были пираты. Ну, я не знаю, в принципе, я думаю, по времени у нас достаточно, поэтому давайте на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!